Скажи, что сегодня понравилось в игре своей команды? Очень эмоционально у вас тут выступил Грошев. Понравилось то, что эмоционально выступил Грошев, понравилось то, что своим результатом обеспечили себе участие в высшем дивизионе на следующий год без таковых игр. Такая была задача перед этими выходными, и мы ее успешно выполнили. Конечно, по логике игры не все у нас шло к этому, но тем не менее последний финальный отрезок, там, 5 минут, мы провели как надо и забили 2 мяча, чему очень рады. Насколько понимаю, мотивация была на пределе. Ну да, конечно. Ну, с точки зрения турнирной таблицы и у соперника, у Вайба тоже, насколько мне известно, тоже был для них матч достаточно принципиальный, они тоже переживали, нервничали. Вот, ну, победили сегодня мы, как хотели, в 2 мяча, поэтому установка была выполнена на 100%. Что можешь отметить в игре противника? Хороший, неплохой контроль мяча, хороший у них парнишка есть, невысокого роста, очень здорово работает с мячом, в общем-то, управляет всей игрой команды. Ну, неплохой, крепкий коллектив, Вайп мы знаем уже давно.